Всем привет, девочки, покажу заказ, только часть заказа, на который в дальнейшем не будет звука на видео. Я просто просмотрела эту частичку, торопилась за детьми в школу, нужно было все такое, в общем, бытовые дела. Давайте расскажу, на них звука не было, поэтому расскажу. Ну, про вот такой массажер я рассказываю дальше на 6-й минуте, по-моему, там начинается звук. Так что не закрывайте видео на 6-й минуте про этот массажер. Я рассказываю. Он замечательный, мне понравился, как овал лица. Он, так знаете, прям очень чувствительно массажирует. По акции были вот такие вот ночной крем вербена и крем для век вербена от 15 рублей. Поэтому мы с девчонками набрали. Меня уже половину разобрали, вот остаточки. Крем с гиалуронкой, это у нас дневной, я выиграла, у нас там в нашей структуре проводятся розыгрыши от наставника, да, так что обязательно регистрируйтесь, вы тоже в них будете участвовать и выигрывать классные подарки. Постоянно я там что-то выигрываю. Дальше взяла по акции экстракт черной бузины, это для иммунитета, мы сейчас вот тоже пьем. Чага тоже по акции была, не менее, меньше 300 рублей были. Тоже чага очень полезна. Бузина тоже очень полезна. Можно погуглить. Я погуглила. Вообще для восстановления организма хорошо. Ну, то есть многие системы так организма хорошо поддерживают. Поэтому для профилактики тоже можно попить. Потом взяла мастоп пару штук. Брокколи, да, это масло льна, брокколи, масло чиа. Тоже очень полезная штучка для... Не только, мне кажется, женщина, вообще для любого человека брокколи вообще такой классный продукт. Мы не едим его каждый день, поэтому, думаю, нужно иногда тоже пропивать. Гиполайт желе, да, десерт желе. Там в таких пакетиках, да, дозированное желе, очень сладенькое, вкусненькое, для печени очень хорошо. Я и детям иногда даю, и муж у меня пьет, то есть желчь хорошо разгоняет. Потом был по акции чай вот такой, где-то около 100 рублей, вот так, грубо говоря. Здесь три вида, он весь черный, с имбирем, с кокосом и с ананасом. Ну, такой интересный, там, по-моему, 100 грамм можно попить иногда. Нет, 50 грамм, 50 грамм, но он такой вкусненький. Что там еще рассказывала? Боди набрала по акции, нижнее белье, сейчас вы увидите это все. В принципе, вы знаете, уже все так померили, примерили, все подошло, все понравилось. И на подарки тоже такие, ну, боди вот и халатики пойдут за такую цену, которая... была по акциям Faberlic. Ценник, конечно, порадовал. Меньше 100 рублей, по секрету скажу. Так что обязательно регистрируйтесь. У нас можно поймать вот такие вот акции, очень интересные. Ну, разбирает их, конечно, за один день, но я всегда в группе об этом кричу и пишу, что у нас акция, обязательно зайдите на второй шаг, да, в корзину и посмотрите. Каждый день у нас там что-нибудь, какие-нибудь сюрпризы. Сейчас, кстати, до сих пор висят акции некоторые, плюс еще на обувь у нас, на одежду там скидки хорошие. Так что, девчонки, заходите и не обижайтесь, что у меня нет звука. Можете просто промотать эту частичку. Я вам сейчас об этом вот все, в принципе-то, рассказала. Там еще у меня маски серебряные были в заказе. Девочка их уже забрала. Тоже они были рублей по 40-50, вот так как-то. 50, наверное, да? Серебристые, увлажняющие, с гиалуронкой. Такие инстаграмные масочки. Очень приятно, кстати, ими пользоваться. Если будут, и увидите, берите. Хорошие. Девочки, вот такую курточку уж покажу еще раз. На себе я ее показываю в конце видео. Она мне понравилась, она легкая. Подклад у нее очень красивый, мне понравился. Но теплая достаточно. Вот как раз сейчас самое время, я думаю... В осенний период она у меня замечательно пойдет. Здесь вот утяжечки есть. Это очень хорошо, потому что я сразу немножко так утянула, чтобы она у меня не болталась. Кармашки достаточно глубокие. Кстати, вот это вот все ночью светится. Вот эти вот все штучки, да? Кармашки глубокие. Нет, курточка довольно-таки нормальная, но вот я взяла 48 размер. В принципе, это мой стандартный размер. И она мне свободна. В принципе, я в 46 влезла бы,
Но единственное, может быть, свитер бы не надела. Все-таки это как бы такая верхняя одежда, поэтому чуть-чуть свободная, мне кажется, она должна быть. Вот, все артикулы я там показываю и подписала в названии видео модель этой куртки. Хорошая куртяшка. Такая прям легкая, пуховая. Там она есть в расцветках, по-моему, еще в двух. Только я не помню, в желтый точно есть, еще в какой не помню. Может, в двух, может, в трех даже. Вот. Ну, вот знаете, сколько она стоила? Она, по-моему, 2000 сейчас идет по каталогу. По-моему, так. Либо моя цена. Ну, вот как-то так. Вот, у нее здесь такая молния. Молнию, конечно, нужно поддерживать. Вот здесь вот. Чтобы она не закусила вот эту строчку, да? Ее нужно поддерживать. Ну, почему-то Фаберлик у нас вот так вот часто шьет. Такие молнии с этой строчкой как-то. Ее нужно все-таки поддерживать, а то бывает она и закусывает ее, хотя это антизакус. Нормальные курточки хорошенькие. Всем привет! Покажу быстро, огроменный просто заказ. Вот Фаберлик, все по распродаже, все про по бросовым ценам, можно сказать. Масштаб бедствий, видите, да? Вообще классный, конечно, каталог был. Так, давайте начнем с нижнего белья. Была распродажа нижнего белья по классным ценам. В основном стринги, в основном эсочки, но есть и эмочки. Но я вам скажу, что эсочки тоже такие достаточно, ну, не маленькие. Их нужно мерить, короче. Это фларанж, белье классное. Вот, покажу просто мельком. Качество вообще шикарное. Кстати, кольцо такое взяла себе. Тоже по распродаже. Практически бесшовное такое, очень интересное трусишки. Вот таких вот набрала себе. У меня такая маечка есть от Флоранж. Тоже очень красивое белье. Вот такое зелененькое. Черненьких много. Жалко, что только стринги. Ну ладно. Смотрите, какая красота. Все такое миленькое. Все такое классненькое. Да? Вот. Так. Такие, вот такие. Не буду ничего артикула говорить. Сейчас смысла, мне кажется, нет. Их уже все. Марик, уйди. Распродали. Бодики набрала. Вообще по шикарной цене. Разные размеры от S до XL. Синие, розовые и вот такие фиолетовые. Гипюр. То есть у них вот здесь вот отстегивается, наверное, да? Или нет? Или они одеваются через верх. Походу, через верх они одеваются. Ну, гипюр такой нежный. Пойдут. Нет, вообще-то не через верх, а вот здесь. Вот очень удобно здесь. Вот я уж испугалась, что через верх нет. Такие вот невидимочки. Класс. Много-много взяла. Буду одаривать родственников. Вот такие вот еще у нас были. Смотрите, какие шикарные пеньюары. У меня есть такой бежевый. Вот я себе черненький отхватила. Много черненьких отхватила. Но тут в основном эсочки и ксесочки. Себе вот такую футболочку взяла. Сейчас буду примерять. Потом кошелечки вот такие тоже отхватила. Один у меня уже забирают. Нормальные такие кошельки. Классные. Так открываются. И здесь для мелочей, для карточек. Вот здесь вот два отделения для купюр. Так, потом еще взяла колготочки. Такие хорошенькие, тепленькие. Я взяла коричневые. Смотрите, какая прелесть. В коробочке все приходит, все мягкое такое. Последнюю урвала вот такой вот органайзер. Так, под заказ спрей, под заказ так ультракондиционер. Взяла еще вот такой по выгодной цене массажер для лица. Очень классный. Я сейчас попробовала. Ну и здесь у меня закончился звук, где я уже вам вначале рассказала про эти средства. Сейчас просто делаю пробный такой вариант озвучивания голосом после видео. Это мой пробный вариант, поэтому не обессудьте. Чаечки очень вкусные, еще раз повторяю, да, БАДы беру в Фаберлике. Вот такие вот, как чага.
бузина, брокколи решила в этот раз взять. В принципе, очень достойные БАДы. Ну, по крайней мере, цена на них была ниже среднего. Вот кофе набрала, кстати, 9 штук. Мы очень любим это кофе. Одна пачка у нас уходит где-то вот в неделю. То есть одной пачки хватает на неделю. Про крем я сказала, что я его выиграла. Я его еще не пробовала, буду пробовать. Вербену, вот подводку у меня клиентка заказала, черную подводки. Нам всем нравятся, очень хорошие. Кремики понабрали, да, масочки. Кстати, сиденье из гречневой лузги, я решила его в машину себе. Очень плотно набитое, классное сиденье. Сейчас идет с хорошей скидкой за 700 рублей по каталогу. Плотненький такой. Мне, кстати, предыдущее сиденье прям не очень плотное приходило, а в этот раз очень плотное. Трусишки очень понравились, почти все подошли, кроме пары штук. Вот такую куртку показываю, артикул 53, там что-то можно остановить на паузу, посмотреть. А сегодня в ней поеду, выгулю. Платьице тоже, либо платьице выгулю, посмотрю. Что-то мне хочется вот такую вот обновочку надеть и посмотреть, вот как вот это платьишко, будет. Оно на мне так сидит. Даже не знаю, как показать. Ну, приятное, мне понравилось. С сапогами, с курточкой, с кожаной можно, с какой-то там жилеткой, да, с дубленкой. Ну, в общем, осеннее такое. Сзади оно подлиннее, с боков тоже подлиннее. Спереди так покороче. Очень интересно смотрится. Мне понравилось. Расцветка такая интересная. Полиэстер, конечно, но он приятный к телу. Возможно, его нужно брызгать, чтобы он не прилипал антистатиком. Показываю, как платьице сидит на мне. Ну, хотя бы как-то, да? Посмотреть поближе расцветку. Здесь как рубашка, то есть пуговки у ней до пояса. И поясочек есть, который завязывается на талии, и он встроен в платье. Очень удобно, кстати. Вот такая вот куртяшка, очень классная. 48-й, в принципе, он мне свободен. Вот здесь вот. Но чувствуется, что можно как бы свитер поддеть. Я там в футболке, которую я приобрела, сейчас покажу. Но вообще куртка классная. Шапка я вчера в Валберсе приобрела. Тыковку такую модную. Ну и вот такая футболка. QR-кодом. Хочу оставить отзыв уже вот на такой вот массажер. Вообще такой классный. Такие у него штучки вот эти вот. Они крутятся. Они как-то так сделаны, что вот когда ведешь, да, вот по овалу лица, прям вот испытываешь реально массаж, и не только массаж, а как будто стягивание кожи в нужном направлении. Вот тут написано даже вот массажные линии нарисованы, как применять от центра подбородка к мочке уха, от уголков рта к центру уха, от крыльев носа к вискам, носовая складка снизу вверх, кончику носа. Здесь показано вверх. А, ну да, снизу вверх. И от кончика носа вверх к центру лба. От центра лба к вискам. Прикольно. Прикольно. От центра лба к вискам тоже классно. Ну вот овал лица вообще супер. Мне понравился, как он работает от центра даже грудной клетки ключицы.
потом верхнее веко от внутреннего угла к внешнему, нижнее веко от внешнего угла к внутреннему, так, по передней поверхности шеи снизу вверх, по боковым поверхностям шеи снизу вверх. Так, вот такой у него. Два сферических ролика массажера плавно вращаются на 360 градусов и массируют кожу без трения и лишнего давления. Такой тип массажа очень схож с салонными процедурами, направленными на интенсивный лифтинг. Для достижения максимального эффекта используйте массажер с косметическими средствами Faberlic. Подходит для массажа лица, шеи, воротниковой зоны. Эффекты: подтягивает овал лица, обеспечивает лифтинг, повышает упругость кожи, разглаживает морщины и складки, улучшает микроциркуляцию крови, снабжает ткани кислородом, улучшает метаболизм в клетках кожи, выравнивает цвет лица, устраняет отеки, обеспечивает расслабляющий эффект, способствует лучшему впитыванию кремов и сывороток, ускоряет процесс проникновения активных ингредиентов в глубокие слои кожи. Классный. И хочу пару слов сказать про каталог Faberlic, который будет действовать с 24 октября по 13 ноября. Какие будут подарки для новичков? Достаточно такие шикарные парфюмы от Юдашкин. Целых 75 мл женский и, по-моему, 100 мл мужской. 100 мл мужской, такой древесный аромат. Мне очень нравится, он такой... Ну, в брутальность немножко уходит такой, ну и элегантным остается, так скажем, английская такая элегантная нотка в нем присутствует. А золотой — это такой тепленький, как раз осенний аромат, вкусненький, обволакивающий. Они стоят, ну, со скидкой 1000 рублей они бывают, с нашей консультантской скидкой, соответственно, 800 они бывают, да? Ну, вот это красная цена, нормальная, хорошая цена за хорошие парфюмы. И что нужно сделать, чтобы получить их в подарок? Нужно пройти по ссылке, конечно, она у меня будет в инфобоксе, либо в закрепленном сообщении. У вас сразу же появится смс-ка и свой личный кабинет. Логин и пароль вам в смс-ке приходят. Вы входите в личный кабинет и закидываете в корзину. Что вам нравится? Не забудьте, пожалуйста, про второй шаг, промо-акции. Сейчас там товары от 15 рублей. 15, 19, 30, 40. Очень много классных висит ценничков. Итак, что же дальше? Нужно набрать корзину на 1200 рублей. Здесь написано 1500, но когда вы зарегистрируетесь, вам можно будет ее набрать на 1200. И все, оформляете доставку, пункт самовывоза выбираете в своем городе. Либо курьер, как вам угодно. Обычно пункт самовывоза, агентские пункты, там, возможно, примерка одежды. Сразу можно отказаться от какого-то, от какой-то позиции, да. Можно отказаться от всего заказа, если там вам все не понравилось, да. Но если вы откажетесь от всего, конечно, вам подарок, парфюм уже не дадут. И нужно оплатить заказ именно вот до окончания действия этого каталога, до 13 ноября. И тогда в следующем каталоге вы оформляете заказ свой, да, и с ним вам будет уже... будет доступна туалетная водичка в корзине. Вы просто выберете одну из двух вариантов. Вот и все. Все очень просто. Минимальный заказ второй вы можете сделать на 800 рублей. Если будут вопросы, обязательно пишите. Все расскажу. Пока-пока.